6 часов вечера, я только сейчас добрался записать видео, это достаточно прискорбно, и что хотелось бы отметить, то что сегодня вашего времени много, я надеюсь, не отниму. Всем привет, меня зовут Саша, вы на канале Князь, и сегодня у нас раздача халявушки, ну точнее анонс раздачи халявушки, а точнее халявушек-то получат не все, а только самые удачливые. Многие из вас знают, может кому-то открою тайну, но в России проходит чемпионат мира по футболу, и мы уже недавно разыгрывали 5000 рублей, в конечном итоге раздали 8000 рублей, и нужно было что сделать? Отгадать результат матча. Россия-Египет. Вот так вот, друзья. Розыгрыш уже завершился. Победители определены. Но на этом я не хочу останавливаться. Большое спасибо также всем ребятушкам, кто поддерживает на стриме. Есть денежка. И почему бы эту денежку взять и снова не разыграть? На кону у нас будет как минимум 5000 рублей, если еще до этого момента на стримах пособираю побольше, будет разыграно больше денег. А что у нас получается? Скоро матч будет между Россией и Уругваем. И я сегодня вам очередной раз предлагаю именно под этим видео предсказать результат данного матча. И хочу вам напомнить о том, что вам нужно написать результат матча. Допустим, там Россия 3, Россия Уругвай 3-2. То есть вы должны написать, кто сколько голов забьет, и не забыть оставить ссылочку на свой контакт или телеграм, или еще что-либо, чтобы я смог с вами связаться. Если этого вы не сделаете, то вы идете нафиг. Напоминаю также о том, что если вы оставите больше одного комментария, то вы идете нафиг. При любом неисполнении правил розыгрыша вы идете нафиг. Ребят, я вас не прошу делиться видосом. Я не прошу вас ставить лайки и так далее. Это видео не ради того, чтобы там себе подписчиков заработать или еще что-то. Я вас прошу единственную вещь. Просто будьте внимательными и выполните условия конкурса. Второй раз вам говорю. В комментариях под этим видео вы оставляете предполагаемый вами результат матча Россия Уругвай. И должны это сделать так, чтобы было мне понятно, кто сколько голов забьет и какой будет результат. И также в одном и том же комментарии оставить ссылочку на вашу социальную сеть, чтобы я смог в случае вашего выигрыша с вами связаться. Не сделайте этого, вы дисквалифицируетесь. На прошлом конкурсе уже один парень обломился и не выиграл 5000 рублей, потому что он, если не ошибаюсь, не написал непосредственно страничку на свой контакт или телеграм или еще что-либо. То есть, ну, как бы парень выиграл, а я не знаю, как с ним связаться. Ну, все, до свидули, 5000 улетели. Хотя он угадал, и он попался в рандомайзере самым первым. Так что бегите в комментарии, оставляйте ваши предсказания насчет будущего матча. После того, как матч пройдет, на ближайшем стриме я определю победителей. Перед матчем данное видео будет закрыто. К нему у вас не будет доступа, чтобы избежать такие моменты, что кто-то изменит свой комментарий или добавит новый уже с правильным счетом в матче. То есть не нужно паниковать, как в прошлый раз, то, что видео исчезло, оно специально исчезнет непосредственно перед матчем за несколько часов. Так что вот такие вот дела, друзья. Участвуйте в конкурсе и выигрывайте 5000 рублей. Вот такая вот маленькая, но я думаю, что приятная движуха у меня на канале. Так что так вот, всем пожелаю огромнейшей удачи и пока!